Не, это что это надо купить? Ну, ну если это сбить, не, ну, если они... не надо, нахуй. Если это сбивать будем, будешь это сам. А сюда, говоришь, заходит, да? Там с трудом, сейчас ее, чтобы, например, достать я. Но она все равно не достанет, мне кажется. Чтобы затянуть ее. Здесь надо двигать, значит. Активная фреза. Получается, с одной стороны смещено чуть-чуть, а с другой смещено вообще. То ли вот это дефективное, то ли это дефективное. То ли красная хуйня, то ли на сером нахуячили. Это, короче, если, ну, в принципе, нет здесь. Блядь, замерить бы расстояние между этим самым низом и верхом. Кто съехал? То ли здесь съехали, то ли здесь съехали. Понимаешь мысли? Понимаю. Ну-ка, поставь. Стой. Ну, блядь. Поэтому считать это, блядь, низы должен, блядь. Так, надо. Давай здесь. Поставь. Ну да, чтобы твой зашел. Чтобы твой зашел. Так можно? Или... Ну да. Ну так, вот. Твой зашел. Если мой. Ну уже под такой угол, что сразу уже под такой угол нереальный. То есть. Вот он... смотри, у меня, смотри, как. Уже уперся, да? Да, уже наверх. Твой уже уперся, да? Все. Мой уже все. Да, уперся. Все. Мой тоже уперся. Все. Сверлом продырять чуть сделать и все, я думаю. Ну сверлом только отлетит, называется, наверное, это гайка, да? Ты надо тогда приваривать эту большую гайку. Придется, да. Да. И все, и остальное, в принципе. Потому что нафига ее. Ну, получается, да, с этой стороны. Эта штука уже есть как есть, тут уже ее не исправишь. Даже если она неправильная. Да, уже. А эту, блядь, а если потом другая насадка, ну ладно. И там. Ну ладно, хуй. Это еще другая насадка. Ну, с другим таким элементом. А. Но уже называется. Это самый главный элемент, ради чего она. Это самый вариант. Все, дырочка больше. Вот это сбить, нахрен. Другую приварить. Ну, похоже, да. Больше как ты сделаешь. Зараза. Пытал.